В Семее прошел первый городской открытый чемпионат по жик-пижек. В нем приняли участие спортсмены из городов Усть-Каменогорск, Павлодар, Караганды, Семей, а также из близлежащих районов нашего региона. Эти соревнования являются отборочными на чемпионат Казахстана. В Семее прошел городской открытый чемпионат по национальному виду спорта жик-пижек среди молодежи и взрослых. Это отборочные соревнования на республиканский турнир. На них съехались около 60 лучших спортсменов со всего Казахстана. Стоит отметить, что участники состязались в 20 весовых категориях. Организаторы отмечают, что национальный вид спорта с элементами джиу-джитсу с каждым годом приобретает большую популярность среди молодежи. Цель федерации жик-пижек – не просто развить его как вид спорта по смешанным единоборствам, но и пропагандировать национальный вид спорта, которым занимались наши предки. Это воспитание подрастающих поколений в духе патриотизма. Сейчас этот вид спорта в нашем городе хорошо развивается. Мы стараемся поднять его на более высокий уровень. Это только начало. Организатором чемпионата выступает Республиканская федерация национального спорта по жик-пижек и отдел физической культуры и спорта. Участие в нем даст молодым борцам профессиональный рост и настроит на победу, уверены спортсмены. Настоящий мужской вид спорта. Здесь развивается все разносторонне, как бы и борьба, и ударная техника, выносливость, сила духа, прежде всего проявить себя и проверить, на людей поглядеть, себя показать. По итогам соревнований победители будут награждены кубками, медалями и грамотами. Обладатели первых мест будут представлять наш город на чемпионате республики, который пройдет в ноябре в городе Нур-Султан. Бакытгуль Казес, Кайрат Кужахметов, телеканал «Семей».